Всем привет! Привет, индюшки тоже здороваются. Это канал «Одни в деревне». Моя задача – загнать всех животных. Вот маленькие гуляют здесь. Маленькие цыплятки, то есть гусятки. Они, видимо, отбились от мамочек. Ну куда, куда? Все, все, все. Нельзя подходить ближе. Все у нас нормально. Погодка установилась. Вот, индюшки не дадут соврать. Жаркое. Я, наверное, лучше выключу камеру, чтобы... А то они нервничают. Ой. Наверное, не туда пошли. Не к тем. А где же их мамочки? Две такие серенькие. Непонятно. Пойду искать мамочек. Индюшечки, ой, эти гусятки здесь, а две гусыньки серые. Почему-то не с ними. Ну как их теперь бедненьких загнать домой? Они же все поперепутали. Они ночуют у нас обычно вот там. О, а барашек нет дома. Гуляют где-то. Так, надо теперь это все гусиное стадо загнать домой. Да-да. Вот эти две гусыньки. Значит, там Бен, фу, не мешай мне. Вы знаете, постоянные зрители знают, как это трудно. В это маленькое окошечко проход гусиный. Всех их направить. Но надо. Что делать? Ну и куда вы собрались? И куда вы идете, гуси? Куда? Все, уже поздно. Солнышко село. Давайте домой. Смотрите. Слышите хруст? Это барашки по лесу гуляют. Ну что такое? Домой. Идем домой. Все. Не трогаю я твоих деток. Нужны они мне в обед 100 лет. Смотрите, как смешно так реагирует. Ты, говорит, это, не груби. Я прям чувствую по голосу. Ладно, ладно. Все. Хватит. Много гуляли. Плавали. Теперь домой. Бенни? Бенушка? Туда, туда. Ну, маленькие гуси совсем не понимают, куда. Они будут слушать своих родителей. А их большие гуси не пустят. Вот я прям не знаю. Они пришли куда-то совсем не в то место. Никуда надо. Они должны были с той стороны зайти. Ладно, выключаю камеру и пробую куда-нибудь направить в нужное русло. О, ну большие гуси пройдут, а маленькие не пройдут. Бен! Нельзя, Бен, нельзя. Ну все, сейчас будет настоящая путаница. Бен, нельзя. Нет. Так, 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 давайте тогда туда. А ты куда? Ты иди домой. Белый, домой. Нет, ты туда, ты туда. А ты сюда, а ты сюда, а ты сюда. Ты иди домой, домой. Поймала, нельзя. Нельзя, Бенни. Нельзя. Нельзя. Давай, вот туда. Все. Бенфу. Тихо, тихо, не нервничай. Давай домой. Туда, туда. Домой, домой, домой. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Нет, домой. 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 Вот вторая мамочка. Я их разделила. И она теперь
страшно нервничать. Посмотрите, какие они. Подождите, подождите. Бенфу. Бенфу, Бенфу. Кыш-кыш. Бенфу, иди, иди, иди. Сейчас она придет, сейчас придет, не нервничай. Все, хватит, сколько вас там? Вот такое приключение у нас на ночь. Ой. Все? Мир? Покой? Все воссоединились? Бенфу! Бенни. Облизывается, идет. Нельзя. Теперь попробуем перейти на ту сторону. Назад. Давайте туда. Молодцы. Дверку я открыла. Туда, туда. Давайте домой. Ой, прям с трех сторон защищают. Кыш-кыш. Давайте, давайте. Одни вы задержались, уже все дома давно. Давайте, давайте. Ну куда вышел? Все уже, хватит гулять. Домой. Бен, никого не трогай. Давайте, давайте, быстренько. Сейчас возьму свою волшебную палочку. А ты что застыл? Вот моя волшебная палочка. Бенни, что тыришь? Яйцо? Только что поел. Волшебная палочка. Нет, все-таки вышел, а? Домой. Домой. И тебя тоже касается. Ой. Петя, Петечка. Петя. Давай, не дури. Иди домой. Молодец. Волшебная палочка творит чудеса. И индюшечки дома. А это наша малышня, Индюшечки. Индюшечки. Не бойтесь, не бойтесь, Индюшки. Бояться не надо. Никто вас здесь не обидит. А где третий? А, вот он. Смотрите, как отсюда Тайсон. Его видно, лежит, смотрит на нас. Мечтает здесь оказаться. Можно, кстати, выпустить. И Тайсона, и Дэна. Ну, Петечка. Сижу за решеткой. Темница сырой. Песчаная. Ну, свободу. Эй, 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 только без зубов. В смысле, без лап и без укусов. Так, а Дэнка пусть, наверное, посидит. Он сегодня уже гулял. А то он его сейчас умучит. Ну, все. Всех выпустила. В смысле, всех выпустила, а Тайсона выпустила. Ох, голубей развелось. Уже 4 или 5. Я думаю, что у нас тут скоро будет настоящая дикая
голубятни, в смысле, где, конечно, мы ее сами не разводили. Вот, 5 штучек. Не знаю, хорошо это или плохо.